Живе Беларусь. И вот печальная новость. Умер самый старый фельдшер в Беларуси, Сергей Штляревский, которому было 92 года. Из этих 92 год, 71 год он проработал фельдшером. Несмотря даже на эту знаменитую болезнь, которая косит людей в Беларуси, он ею переболел и вернулся к своему трудовому делу. Но, увы, вот сегодня 4 ноября, на днях этот человек скончался. Я хотел бы выразить свои соболезнования родным, близким, друзьям, всем тем, кто чтил, и кому важна память о этом человеке. И вот мои соболезнования этому человеку, родным этого человека, Царство Небесное ему, пусть земля будет пухом. Все-таки он помогал многим. 71 год проработал человек фельдшером. Это, извините меня, очень большой срок. А пожалуйста.